4 октября 2020 года на 81-м году жизни не стало Васильева Валерия Владимировича, легендарной личности в Верхнеуральском районе. Валерий Владимирович 26 лет проработал старшим прорабом в поселке Карагайский. За отличные результаты в работе имеет многочисленные грамоты. Не счесть объектов, которые он построил, дома для специалистов, школы на отделение совхоза, фермы и многие другие. Выйдя на пенсию с 45-летним стажем, Валерий Владимирович продолжал делать добрые дела для односельчан. Именно поэтому его избрали старостой поселка. Администрация Верхнеуральского района, собрание депутатов и общественные организации района выражают соболезнования родным и близким Валерия Владимировича.